Состязания автомобилей не на скорость, а на громкость прошли в минувшие выходные в Екатеринбурге. Даже невооруженные уши стоило поберечь, а уж с фонендоскопом приближаться к таким автомобилям, ну, просто опасно. Музыку, которая способна рвать не только публику, но и кузов, и от которой волосы буквально встают дыбом. Послушаем вместе с Екатериной Деменчук. Ради такой аудиосистемы пришлось пожертвовать немалой суммой, а также задними сиденьями и багажником. Зато теперь она способна потрясти не только автомобиль, но и окружающих. Кто-то думает, что идиот, кто-то наоборот радуется по-своему. Разные эти реакции людей. Кто-то пальцы вверх показывает из машин, кто-то снимает. Правда, гонять на таком монстре не советуют. Установка сабвуферов добавляет не только громкость, но и вес до тонны, а вибрация разрывает кузов. Вот от сабов порвало железо буквально вчера. Ну не страшно-то ей? Так... Нет, заварим. Однако для большинства участников такая машина не средство передвижения. Сверхмощные аудиосистемы устанавливают только на время соревнований и демонтируют после их завершения. Самое сложное – это построение автомобиля именно для выигрыша в соревнованиях. Нужно в комплексе подготовить всю машину, каждый элементик салона, подобрать правильно сабвуферы, усилители, питание для этого всего. Уровень звука замеряют специальным приспособлением, фиксирующим уровень вибраций. Кроме монстров, есть еще три категории – профессионалы, любители и новички. Последней выступает единственная девушка Валентина. Говорит, безнадежно влюблена в громкую музыку. Низкие частоты поднимают ей настроение и добавляют бодрости. Особенно по утрам, чтобы проснуться. Выведена специальная кнопка для включения усилителя. Сабвуфер находится в багажнике и... Музыка выбирается самим любителем, то есть я включаю музыку и выставляю максимальный уровень работы сабвуфера. Все. Еще один способ увеличить децибелы – нафаршировать аппаратурой маленькую машину. Именно такие побеждают в крупных мировых соревнованиях. Волосы от них буквально встают дыбом. Екатерина Демичук, Влад Колупаев, новости 41-го канала.